Здравствуйте, дорогие слушатели нашего канала «Бурят-Монгол РХТ». Сегодня мы снова с вами с Игорем Пронькиновым, который сегодня нам расскажет, будет говорить на очень интересную тему «Трайбализм среди бурят». Здравствуйте, сэмбэнэ. Сэмбэнэ, хундэтэнэ хот. Сэмбэнэ. Ну, тема такая очень, скажем, такая животрепещущая. Очень много людей эта тема беспокоит. Вот. И я хотел бы начать с того, что на этой почве у бурят, я так по себе ощущаю, да, и по реакции многих людей, что у бурят даже в какой-то момент стал образовываться на этой почве какой-то комплекс неполноценности, да, вот что вот все люди как люди, все народы как народы, все дружные, все единые, а вот мы, буряты, одни такие нехорошие, одни такие плохие, вот делимся там, еще что-то, да, вот. И на этой почве возникает комплекс неполноценности и возникает там чувство вины какое-то, еще что-то, неуверенность и так далее, и так далее. Вот. Ну, я хочу прежде всего успокоить зрителей, что на самом-то деле таких единых народов как таковых не существует. Все народы в разных странах и государствах, они так или иначе делятся внутри. Если брать, допустим, Россию, скажем, я просто знаю, что там те же самые башкиры, башкорты делятся, калмыки делятся, якуты делятся, японцы делятся, итальянцы, испанцы, французы, и даже вот здесь вот в Америке тоже северные, южные штаты, западные, восточные тоже друг друга недолюбливают и так далее. Поэтому это нормальное явление, как бы с этим сталкиваются все, и делать из этого комплекс совершенно не стоит. Вот мы единственные в мире такие вот недружные, да? Просто-напросто люди находят пути, как это вот такое вот разделение преодолеть, да? Но находят пути сотрудничества. Вот. А то, что там второй еще момент есть, люди иногда у нас начинают говорить, что вот там землячество какие-то развели, там зачем землячество, вот мы единый народ. Но на самом деле здесь тоже ничего такого страшного нету, когда, допустим, люди, выходцы с одной деревни, допустим, или с одного района, хотят вместе там какой-то праздник отпраздновать, Сагалом там или еще что-то. Да? Ну, многие живут в городе, там не видятся там месяцами. Ну, встретились на праздник, ну что, хорошо же. Я вот помню, в Улан-Удэ был у нас как-то несколько лет назад, ну, там как бы съезд, не съезд, собрание такое. А встреча была Булагатов. Меня пригласили на эту встречу, пришел, и я был поражен. Там Булагаты приехали буквально со всей республики, да. Вот я там встретил ребят с ансамбля «Байкал», там Сережа Ачиров. А говорю, а ты-то здесь что делаешь? Ты же, говорю, кяхтинский. Он говорит, ну как, я кяхтинский, но я тоже булагат. Вот мои предки там в тысяче там каком-то году туда переехали. И вот мы считаемся булагаты. И закаменские там булагаты были, и джидинские, и селингинские, и эти кяхтинские, яравнинские. Ну, буквально со всех районов. Мы собрались и посидели, поговорили там, без алкоголя, без чего, просто сидели, посидели, чай попили, пообщались. Очень приятно было. Поэтому я вот ничего страшного в землячествах не вижу. Да? Другое так дело, откуда, что... Да, скажите вот обратную сторону, а почему у некоторых такое есть впечатление о токсичности этого явления? Вот, здесь еще нет момент какой. Вот почему возникает такой негатив иногда таким вещам, да, когда речь идет о, допустим, ну, скажем так, продвижении кого-то там по структурам власти, к примеру, да, там вот, начинает там по блату своих таскать туда-сюда, тыры-тыры. Вот. Этот момент, конечно, присутствует. Но дело даже, это же не дело, не как бы скажем, не вина бурят, да? Просто если, допустим, земляки двигают человека достойного, что в этом плохого? Вот до революции были такие случаи немало, когда видят, что вот, земляки видят, что вот ребенок умный, хороший, там, сообразительный и так далее, и так далее. Они собирали деньги и отправляли ребенка учиться. И в гимназию отправляли, и в университет отправляли. Ежегодно собирали деньги со всего, они говорили, что это наш человек, мы его выучим, он потом нам будет помогать. И таких примеров было очень много.
Поэтому, если люди, земляки, двигают достойного человека, ничего плохого там нету. Другое дело, что нынешняя система российская, да, она позволяет продвигаться людям некомпетентным, людям, скажем, непрофессионалам. Это не то, что не потому, что там вот какие-то земляки плохие, да, а просто сама по себе система, она вот не дает продвигаться нормально, да, нормальным людям. То есть те люди, которые вот некомпетентны, по идее, в любой системе, ну, в любом государстве, да, по идее, они должны отсеиваться. В российских условиях этого не происходит. Да? И получается, что человек некомпетентный, там, или глупый какой-то, там, или еще не профессионал, да, он может спокойно делать карьеру. Но это, опять же, не вина его земляков. А другие скажут, а вот вы тут своего двигаете, да, он тупой, как пробка, да, он такой нехороший и так далее, и так далее. Начинает на этих, на его земляков еще там что-то какие-то обвинения вешать. Вот. Но, опять же, с другой стороны, сказать, что трабализм у нас не существует, да, это тоже неправильно. Просто я хотел сказать, что не все то, что мы как бы делимся, или там, допустим, там землячество, это является трабализмом и негативным явлением. Нет, это нормальные, вполне позитивные такие явления. Трабализм, тем не менее, существует, да? И в первую очередь, конечно, не то, что в первую очередь, фактически единственная такая у нас есть ситуация, которая вот 100% мы можем сказать о трайбализме, это когда взаимоотношения между так, восточными и западными бурятами, точнее между хоринцами и эфирицами, ну, булагатами, да, будем так говорить. Вот, я, когда в первый раз с этим столкнулся, ну, скажем так, даже в детстве, меня первое время тоже начал формироваться такой, скажем так, некий такой комплекс. Думаю, ну вот, блин, мы вот такие нехорошие западные буряты, восточных бурятов там загнобили, заобижали, как-то что-то там за это, или, да, вот, что-то там к власти их не пускали, мы такие, ой, нехорошие, мы такие. Вот и такой комплекс начал возникать. Потом начал, когда разбираться, оказывается, нифига подобного. Да, вот во власти, в республике достаточно было восточных ребят, ну, руководителей, да, вот в 90-х годах даже дошли до того, что начали говорить, вот иркутские буряты, значит, захватили бизнес в республике. Хотя там восточных бизнесменов тоже было достаточно большое количество, да, будем так говорить. Не сказать, что там, ну да, там были ребята с западным происхождением, но не все. Да, и восточные ребята были. Поэтому я так в какой-то момент стал подозревать, что что-то тут не то. Да? И вспомнил я разговоры, рассказы моей бабушки. А мамина мама, она была 900-го года рождения, ну, 1900-го года, да? Вот. И она рассказывала, что вот в ее детстве, в ее юности, да, то есть такая же ситуация была. Вот обзывали там западные буряты Аларь Бохан, да, вот моя супруга, она одинская, и она это рассказывала, говорит, бабушка у меня, говорит, всю дорогу, всю жизнь с детства пугала, вот Аларь Бохан, Аларь Бохан. Я думал, что это, думала, говорит, что такие, это какие-то страшные существа, это шутхоршинги, да, ну, как черти, да. А Это потом, просто говорит, боханские. студент, а? Ну, Просто это моя супруга, боханские. да, супруга моя, она Понятно. одинская. Вот, потом, когда, говорит, я, говорит, уже выросла, когда, говорит, в Иркутске училась, западными бурятами столкнулся, нормальные люди, да, люди как люди, да. А бабушка, говорит, меня там стращала, и вот моя бабушка, она все время обижалась. Вот, восточный нас называют Алай Бохан, там всяко разно обзывает, и так далее, и так далее. Но она-то, ее детство, юность у нее была еще до того, как республику создали. Знаете как? То есть до того, как иркутские буряты власть захватили, грубо говоря, обидели восточный бурят. И я, Ну значит, вот. стал подозревать, что это, ну, как бы более глубокие корни имеет, да, более глубокие. Я стал, как бы, размышлять, думать, собирать информацию. Вот, и в конце концов я понял, как говорится, откуда ноги растут, да. Тут надо сказать, что когда я вот пытался разобраться вот в претензиях, да, которые каждый из сторон предъявляет, вот, начал как бы с людьми разговаривать, и так далее, ну вот я понял одно, для меня выяснилось, что восточные буряты предъявляли к западным бурятам, у них такое чувство, смешанное чувство, вот, из трех чувств, да, три чувства. Это, во-первых, зависть,
а пренебрежение и обида. Точнее так, обида, пренебрежение и зависть в таком порядке. Вот я долго не мог понять, откуда же такое. А когда мы говорим о иркутских бурятах, которые предъявляют претензии, допустим, хоринцам, да, там вот претензии шли такие, что вот сильно хитрые, как бы не, скажем так, закрытые, да, вот с какими-то там задними мыслями, слово не держат, обманщики и так далее, так, вот такого рода претензии, потому что, ну, а если так вот прямо сейчас честно сказать, что, ну, иркутские буряты, они более открытые, более такие прямые, да, прямолинейные, вот, а восточные буряты все-таки немножко пытаются так вот где-то что-то там вот углы острые обойти, там еще что-то там где-то, может быть, не высказаться, промолчать или еще что-то сделать. Ну, вот, допустим, скажем, когда вот мы бурят-монгольскую партию создавали, там практически не было восточных ребят. Практически все, ну, почти поголовно, там 95% это были ребята западные. Вот. И вот я начал выяснять это дело, какое-то время мне это заняло, да. Вот. И я в конце концов разобрался в ситуации. Вот. Но для того, чтобы окончательно начать на эту тему говорить, тут надо углубиться в историю, очень глубоко в историю. Вот. А прежде чем углубиться в историю, я здесь вот сказал бы, хотел бы сказать такую вещь, что у нас, у бурят, на сегодняшний день есть потребность в создании, в написании такой политической истории бурят. То есть у нас на сегодняшний день в основном это такие, ну, академические исследования, да, там ученых, там они такие заумные там вещи пишут, и там масса версий. Потому что не всегда есть какие-то документированные такие события. Даже если события задокументированные, там масса есть интерпретаций от этих событий и так далее, и так далее. Сколько ученых, столько мнений у нас. Вот у нас вот сейчас вот вся история академическая, это вот напоминает собой такое дерево, да, от которого там ветки ведут, версии разные, потом опять раздваиваются, расстраиваются, потом опять, опять, опять. И вот такая пышная-пышная такая корона из версий, предположений там и так далее и тому подобное. Вот. Вот здесь вот можно сказать, наверное, пример привести вот в Казахстане. Я сейчас вот посмотрел в интернете некоторых чит-блогеров, но в частности там вот выступал как-то историк казахский, забита фамилия, имя не помню, такой очень известный в Казахстане ученый, он говорит, я, говорит, пишу статью, ее читает 20 человек, специалистов. Да? Она никому не нужна. Вот наша академическая история, она для нас, для ученых. А вот для простых людей, для обывателей, будем так говорить, нужно писать другую историю. Она должна быть, ну, то, что попадает в учебники. Да? Вот. У них вот сейчас только, вот они 30 с лишним лет, у них независимость. Они только-только сейчас приходят к мысли, что им нужна политическая история. Примерно об этом же говорил, вот я смотрел, как-то выступал Алжас Сулейменов, да, ну, известный вот этот писатель и он лингвист. Вот. Он говорит то же самое примерно, говорит, что нам нужно сейчас написать историю казахов. Не историю Казахстана, да, а историю именно казахов, то, что нас устраивает. И нам нужно сегодняшний день тоже вот, написать историю бурят, которая нас вот, устраивает, которая бы попала в учебники. Понятно, что надо как бы вот из тех вот версий, которые есть у ученых, да, выбрать какую-то, да, ну или там цепочку каких-то версий, Консенсус, да, какой, да. среди историков какой-то должен быть. Вот, потому что, видите, как получается, каждый из историков, он свою точку зрения защищает, понимаете как? Вот. И когда начинаешь со специалистами разговаривать в любой области, да, там, если историю взять, или, допустим, взять, скажем, там, ту же самую, скажу, тот же самый бурятский язык, к примеру, да, там, или еще что-то, да, у них у всех разные мнения, и каждый свое мнение защищает. И здесь нужно проявлять, как говорится, вот, политическую волю. То есть заказчик должен быть, ну, со стороны государства. Вот как государство сказало, как политики сказали, что нам надо так, вот так, вот так.
Как в свое время даже вот русские князья, они же заставляли эти даже летописи подчищать, подгонять Честно из говоря, как-то района. не очень это звучит. Да, то мы до этого, конечно, доходить не будем, да, но тем не Да-да-да. менее должен быть некий такой Какие-то политический, факты, да, как, да, да, какой-то некий такой консенсус, да. политический заказ должен быть, да, чтобы мы сказали, что да, нам нужна такая история, которая была красивая, которая была бы не противоречивая, чтобы там какие-то последствия из этого были и так далее. Вот, поэтому я чисто для себя построил некую такую модель, да, вот эту историю, вот, и которую я сейчас хочу изложить. Я почему-то такое вступление Да, вы сделал. так далеко Вот. И зашли, вот да. эта история как раз-то, она очень хорошо, вот, в ней хорошо увязывается вот это вот наше нынешнее состояние, да, то есть видно, откуда вот эти корни растут, вот. И поэтому сейчас вот я вот начну излагать историю. Я сразу могу сказать, что на меня сейчас куча историков навалится, да, будут там критиковать, скажут, что это было не так, это было не то, это не то, не то. Вот. Но то, что я сейчас рассказывать буду, да, это я не взял откуда-то с потолка. Это я либо где-то вычитал, либо мне это историки рассказали, либо это мне рассказали, ну, скажем так, ну, там, что касается некоторых легенд, мне рассказали там, ну, старики, скажем так, грубо говоря, да, то есть я здесь ничего не придумываю, я просто вот эти версии, которые, ну, скажем так, меня Вам больше попадались? устраивают, да, как политика, да, я просто выстроил некую цепочку. Вот, и начинать нужно с очень давних времен, с очень давних времен. Ну, как известно, в истории прародителем всех монголов считается Бартушин. Да, это вот легендарный наш предок, да. Шана, Бартушана, ну, не будем сейчас обговаривать то имя, как там, что, ну, Шану да Шану, да, будем так говорить. Вот. А там история началась где-то лет за 300, за 400 до него. До него, до рождения Бартошана. Ну, во всяком случае, то, что написано вот в сокровенном сказании, там, Алтам Тапши есть такая еще история монголов. Вот. В соответствии с этими историями считается, что вот где-то там вот предки Бартошана, они, ну, предок, он пришел из откуда-то, из то ли центральной, то ли южной Монголии, проиграл он там какую-то междуусобную войну, ну, видимо, то ли с братом он там бился, то ли с кем-то еще, и войну проиграл. Проиграл. И вот остатки его, там, ну, войско, не войско, какая-то его какой-то отряд, они, скрываясь от преследования, убежали там далеко-далеко на север. И они, вот в результате того, что там переходили через перевалы, там, через эти хребты, оказались вот в Тункинской долине. Вот. И так называемая легендарная страна Эргынекум. Вот. Ну, здесь надо сказать, что в советское время как бы не признавалось, что это Тункинская долина. Да? Искали где-то там в районе Аргуни. Вот. Но там в районе Аргуни это ничего не нашли. А сейчас, на сегодняшний день, насколько я знаю, вот монгольские ученые, во всяком случае, они 100% уверены, что страна Эргынекум – это Тункинская долина. Там, значит, протекает река Иркут. Иркут по-бурятски это Ирху, да? Река Ирху. Ну вот Ирху и Иргуне, вот, вот, ну, похожие, созвучные вот имена. Вот, видимо, оттуда все произошло. Вот. Так вот, так вот, предки Бартошена пришли, предок пришел, встретил там народ, который называл себя Биде. Да, Биде пишут в источниках, ну, Биде – это мы, да? Вот. Они тоже говорили на монгольском языке, но на одном из диалектов монгольского языка. То есть они легко друг друга поняли. Ну и вот этот предок, Бартошана, возглавил вот этот народ Биде. Вот. И там остался, они там стали жить. И вот где-то лет через 300, там, 400, родился Бартошана. Вот. Он стал вождем этого племени. Вот. И у них в то время возникла проблема, потому что народ расплодился, их стало много, им стало тесно в Тункинской, там, Акинских долинах, да, вот, они решили уйти оттуда, куда-нибудь в степь, потому что они знали, что, помнили, что они все-таки кочевники, степняки, а там в Тункинской дети сильно кочевать, а там вдоль вот это Иркута, и все, больше нет, сильно. И он отправил разведчиков, которые там по всей округе прошлись и нашли.
свободно, относительно свободные земли, Междуречье Аннона и Керулена. Вот, Аннон Керулен, это вот Аннон сейчас вот на российской стороне, Керулен это на монгольской стороне, да, ну, государство Монголии. Вот там. И они решили туда переселиться. А для этого им нужно было выйти вначале вот в современную Иркутскую область. И там вот они нашли вот тропу, которая вела в ту сторону. Ну, там тоже целая история, как они проходили по этой тропе, там в каком-то месте там они скалу, то ли там, значит, они ее расплавили, то ли они там что-то там по-другому сделали, ну, там кострами что-то там делали, разрушили, короче, скалу, открыли дорогу и вышли туда, в Иркутскую область. Здесь есть такой момент тоже, как бы он такой дискуссионный, я просто опираюсь на те источники, ту информацию, которую вычитал еще, вот, она еще из советских времен идет, да. Вот, там в то время жили харитуматы. Харитуматы, причем вот эти хоринцы, да, которые жили там, по всей видимости, к тому времени, когда вот, пришел предок Бартошина, они тоже тогда жили там. То есть они жили еще до того, задолго до того. А это получается где-то вот как минимум начало нашей эры. Да? То есть там да, первый, второй века, может быть, до них. То есть хоринцы к моменту, ну, появления Бартошина, они жили вот в этой в Иркутской области, ну, по меньшей мере, там, 500, а то и 1000 лет, да, до них. Вот. И когда вот в источниках везде фигурирует вот такое двойное название харитуматы. Харитуматы. Вот. Кто такие туматы, до сих пор непонятно. Потому что вот этот этноним туматы, туметы очень широко распространен вот в этнической Монголии. Да? На сегодняшний день где-то примерно с десяток народов, так примерно называется. Живут они очень далеко даже друг от друга бывает, что непонятно, они родственники или просто однофамильцы, как говорится. Да? Непонятно до сих пор как бы это... И отношение, и какое отношение они имеют к тем туматам, которые были рядом с хоринцами, тоже непонятно. Имеют отношение, не имеют, те, не те. Как бы вопрос открытый, будем так говорить. Ну, я считал версию, еще советских времен высказанную, что вот эти туматы, которые вот с хоринцами жили, это было тюркоязычное племя, которое тоже где-то там в какой-то там войне проиграли и сбежали на север. Вот, пришли, но их оказалось больше, и они, ну, не то чтобы хоринцев захватили, они их немножко подтеснили, и как бы, ну, как бы там иногда навязывали, видимо, какие-то свои там требования, условия и так далее. То есть хоринцы находились в таком, ну, полузависимом положении, там, ну, скажем так, не совсем свободно. Вот. Но, естественно, они таким положением своим тяготились, но самостоятельно ничего сделать не могли. И вот когда Бартошина решил выйти в Иркутскую область, ему нужно было пройти через Иркутскую область современную, да, переправиться через Байкал и уйти туда на Анон-Керулен. По всей видимости, он договорился с хоринцами, и они вот с двух сторон на этих туматов ударили, вот, и разбили тех и прогнали. Вот, ну, те могли уйти только двумя путями. Либо ушли на север, да, вошли в состав якутов, да, вот, саха, народа саха. Либо ушли на запад, да, и вошли в состав либо, ну, скорее всего, туинцев. Вот. Либо вообще туда на запад дальше могли уйти, там тоже тюркоязычные племена есть. Вот, может быть, совсем на запад ушли, ну, трудно сказать. Ну, на самом деле, это как бы не, вот, история с туматами, как бы она не влияет на ситуацию. А речь идет о том, что все-таки Бартошина вышел в Иркутскую область, а как-то там они с хоринцами там подружились. Вот, хоринский князь дал свою дочь жены Бартошина, да, это вот Агамарал, да, ее звали. Прекрасная лань. Вот. Он дал дочь свою жены, и все, это вот Бартошина спокойненько откочевал, значит, переправился через Байкал, там, ну, скорее всего, зимой они перешли по льду, вот, и ушел на Анон-Керулен, там поселился. Я почему об этом говорю? Я говорю это только из-за того, чтобы сказать, что хоринцы жили там очень-очень давно, вот в Иркутской области. Вот это их
настоящие, вот, ну, прародины, да. То есть они жили по меньшей мере с начала этой эры, а может быть и раньше. Вот, потом там история монголов дальше продолжается, где-то после Бурташана, где-то лет через 400 вот родился Бадончар, который считается вот непосредственно основателем рода этих баджигинов, да, вот. А он был сыном как раз вот этого Алангаа, которая вот считается прародительницей монголов. Вот. Потом где-то лет через 400 родился Чингисхан, а ну, Тумуджин, да, вначале его звали, да. Вот. И началась история уже Тумуджина Чингисхана. И здесь мы опять возвращаемся к, ну, вот все там с Украины сказания написано, да, там других источников. И вот здесь опять уже история, связанная непосредственно с самим Чингисханом. Ну, как известно, опять же, что у отца Чингисхана, у Есугея Богатура, было две жены. Вот эта любимая жена, которую он отбил у меркитского там воина, да? А у Чилиду отбил, а у Лунда его жена была первая. Ну и вторая жена Сачихан. И вот у него были дети, сыновья, как от первой жены, так и второй. Там получилось так, что самый старший был Тимуджин, а то от старшей жены, потом на другой год родился Биктер у второй жены, потом еще через год родился второй сын у первой жены, это Хасар, вот, а еще через год родился второй сын у второй жены, это Белигутей, его звали. Вот четыре брата, они вот так вот родные были через 2 года, а так сводные они вот, ну, погодки были. Опять же известна эта история, когда Тимуджин с Хасаром убили вот этого Бектера, да. Тот же самый Гумилев считает, что он бил за шпионаж, потому что там тоже шла борьба за власть, кто будет наследником, да, Исыгея. Вот. И якобы этот Бектер шпионил в пользу врагов Тумуджин. Вот, и Тумуджин это дело узнал и вот решил этот вопрос разрешить. И вот старшего брата они убили. Вот. Но, тем не менее, вот эта вот такая вот ненависть, да, она не касалась вот этого младшего брата, Бингутея. Вот как ни странно, но вот именно Чингисхан, ну, Тимуджин, Чингисхан, он с детства вот эту Белугутей любил. Он его любил, потому что тот был такой, ну, добродушный. Характер имел такой. Он, видимо, ни на что сильно не претендовал никогда, да, был такой веселый, такой весельчак, добрячок, и был такой очень физически сильный, вот. Был самый сильный, самый большой борец там. Вот. И с детства у него была кличка Бухой. Вот, Бухой это либо, ну, бык или там, ну, здоровый человек, да? А сильный человек Бухой. Ну вот. А вот они вот так вот жили. И здесь надо сказать, что когда вот уже Чингисхан стал ханом, победил там своих врагов, там, ну, не всех там, но, ну, во всяком случае, вот, ближайших, да, своих. Ну вот. Там уже жену отбил и так далее, мы там вернемся к этим вещам. Вот, вот этот Белугутей, он когда вырос, он вырос такой достаточно беспутным товарищем, вот. А в каком плане? Он был пьяница, был бабник очень хороший, и, как говорится, забил на все дела, грубо говоря, да. То есть он вообще не вникал в никакие государственные дела, никуда это вообще его не интересовало обычно. Если Хасар был правой рукой Чингисхана, да, он был его, так скажем, офицер по особым поручениям. Да, то есть он ездил там по каким-то делам, там, исполнял там роль посла, там, или с кем-то ездил, договаривался, так далее, и так далее. Но очень большое время проводил, ну, скажем так, в командировках. Но этот Белугутей, он только пухал, как говорится, и там под юбки лазил, да, ну, юбок в то время не было, но тем не менее, да. Вот. И вот такой был, вел такой разгульный образ жизни. И, ну, как водится в таких делах, он совершил очень большой проступок по тем временам,
Очень большой проступок. Проступок заключался в чем? Когда Чингисхан разбил татар, племя татар, ну, а те, как известно, в свою очередь, в свое время отравили, убили отца Темуджина, да, вот Исуфия Богатура, они его отравили. При этом они нарушили закон гостеприимства. То есть они пригласили его к своему костру, да, и дали ему отравленное то ли там вино, то ли кумыс, то ли еще что-то, да. Вот. Это по законам степи, это было очень серьезный грех, Страшное серьезный. преступление, да. И этот, и когда Чингисхан вот разбил татар, да, он как бы убили-то не всех, очень много пленных было. И решалась судьба этих татар. Что с ними делать дальше? Вот. Обычно все-таки вот эти племена оставляли, да, там их в лучшем случае их там разделяли, там отдавали в разные концы разным народам, там в разные группы, там и так далее. Вот. А в этот раз вот судьба их была непонятна. А надо сказать, что вот в этих вот военных семейных советах обязательно участвовали женщины. То есть это мать у них участвовала, сестры участвовали, жены участвовали, да? Потому что считалось, что когда женщины участвуют вот, в обсуждении вопросов, вот, решение бывает более взвешенное, более такое продуманное. Потому что женщина тоже со своей стороны, как бы свой взгляд имели на ситуацию обычно, да? Вот. И когда вот они семейный совет собрали, там вот у них мать, она категорически, вот, ну, вот жена Исугея, да, она категорически вот мертвой стала, что вот, надо всех их кончать. То есть они вот, совершили такой грех, отца вашего убили, вот они должны за это вот понести наказание. И было принято решение всех взрослых убить, да, то есть там вот все, кто выше тележной оси, ну, вот я говорю, сколько там уровень, да, метр может быть, да, там, вот. Получилось так, что вот в команде, как говорится, самого Тумуджина, вот изначально, было несколько татар, потому что вокруг него объединялись так называемые люди длинной воли, это вот люди, которые оказались как бы неудел в своих там племенах, родах, да, как бы они там на свободных либо пошли. Обычно там они сбивались какие-то там банды, шайки и так далее, да. И вот несколько таких татар были и в команде, как сейчас принято говорить, Чингисхана. Вот. И даже один из них оказался в личной охране Чингисхана. И вот когда вот эти участники этого совещания, вот этого совета начали выходить наружу, вот один из них взял и спросил этого Балагутея, да, а что с нашими там решили-то? А тот возьми брякни, сказал, что всех ваших под нож решили отправить, да. Ну, тот, естественно, забеспокоился, все-таки родня, родственники. Он побежал, своих предупредил. И те вытащили вот это припрятанное оружие, там у них оказались ножи, там где-то сабли, там еще что-то, да, и попытались там устроить восстание. Вот. Ну, естественно, это восстание подавили, там всех все-таки вырезали. Но получилось так, что вот в подавлении этого восстания у Чингисхана погибло воинов больше, чем вот в открытом бою, когда они с татарами воевали. И Чингисхан, естественно, узнал, откуда еще эти ноги растут, да, и, естественно, очень сильно рассердился, вот, несмотря на то, что очень любил Бейлыгутэ, да. И он пошел на беспрецедентный шаг. Он лишил Бейлыгутэ права участвовать в этом семейном совете. А я еще раз напоминаю, что там даже женщины участвовали. Вот. Даже незамужние, вот жены, сестры, там, и так далее. Вот. То есть это было очень такое серьезное наказание. А БГТ даже не почесался, даже лучше там, чем ходить на эти всякие скучные собрания там. Я пойду лучше там архив где-то употреблю там и какой-нибудь там молоткой куда-нибудь там под одеяло залезу, да, грубо говоря. И вот, и он даже не почесался и так подошел. Вот это был первый такой очень серьезный проступок БГТ, да. Вот. Ну, и он такую беспутную свою жизнь продолжил. И нарвался, естественно, на второй проступок, да, со временем проступок. Он не нашел ничего лучшего, он как залез к жене Хасара, ну, старшего брата, когда тот был в командировке. Вот. И жена Хасара родила сына от Белугутей. Ну, естественно, это как бы
узнал об этом Хастар, естественно, он пришел к Чингисхану, устроил ему скандал. Потому что вот туда-сюда, ну, давай выбирай. Хастар с детства ГТ не любил, в отличие от Чингисхана. И вот он сказал, вот выбирай, либо ты вот меня выбираешь, либо его. Если он остается, я ухожу, и все, я больше не буду тебе помогать. И вот и перед Чингисханом стала такая дилемма. Да, вот Хасар ему нужен был, да, как вот, ну, по делам, да, вот он ему очень сильно помогал. Но с другой стороны, он очень любил эту ДЗГТ. И просто так куда-то его там, убить, там еще что-то с ним сделать, он не мог. Значит, надо было куда-то его удалить. А куда его удалишь-то? Вот. И тут то ли ему кто-то подсказал, то ли он сам вспомнил. Он вспомнил по страну Баргуджин-Тукум. А? Это земли современной Иркутской области, это Предбайкалье, вот такая вот немножко такая обособленная территория, потому что там ни с юга, ни с востока к ней подхода не было, ну, с севера там тоже там тундра, вот, тайга. Вот. И он, значит, вспомнил, что есть такая территория достаточно обособленная, и он решил вот брата своего отправить туда. Ну а как там быть-то? Там в то время-то жили хоринцы. Вот. Значит, надо было хоринцев как-то оттуда убрать. А как оттуда уберешь? Там силой тоже не заставишь. Как все это? Вот стал такой вопрос. И надо отдать должное вот Чингисхану, как вот правителю, да, он нашел решение. Ну, опять же, непонятно, то ли он сам нашел, то ли ему подсказали. Вот. И он нашел решение. Какое решение? Ну, мы как помним, когда вот его отца убили, вот самого Темуджина, вот родственники там, ну, чуть ли не в рабство взяли. Одели на него вот эту рабскую колодку, вот он с рабской колодки ходил. И чтобы освободиться от этой рабской колодки, ему нужно было там вот этот штырь вытащить, а он не мог его вытащить сам самостоятельно, ну, руки не доставали. И он обратился там к одному, вот, скажем так, как назвали, там, храчу, да? То есть это, ну, человек, это, ну, слуга самого такого нижнего уровня. Вот он попросил ему помочь. А тот ему сказал, хорошо, ладно, я тебе помогу, но когда ты станешь ханом, я тебе приду с одной просьбой со своей. И ты ее выполнишь. Ну, а что, пацан, что, ну, когда это будет хан, там, все... Что ты лепишь всякую фигню? Он говорит, конечно, конечно. Вот этот хорошо попросил вот одно его желание выполнить. Ну и Чингисхан, конечно, находясь, вот Темуджин, находясь в таком положении, тяжелом, Выбирать когда не там приходилось, да. будет, он согласился, сказал, что да, конечно, я выполню твое желание. Вот, и тот его, он помог ему освободиться, ну, как известно, Чингисхан убежал и так далее, и тому подобное, все это пошло. Так вот, этот как раз вот так случилось именно примерно в это время, этот старик появился у Чингисхана. К тому времени он же был глубоким стариком, потому что когда он помогал Темуджину, он уже тогда был как бы не молодых лет, а сколько времени прошло. Вот он пришел достаточно глубоким таким стариком, причем он был, да, видимо, такой бедный товарищ, такое ни имущество, ничего не имел там. Вот. И он пришел к Чингисхану и сказал, что вот дай мне в Должок, жены. да. Да, жены 30 красивых, там красивых девушек, да. Вот. Ну, надо, наверное, думать, полагать, что у Чингисхана этих девушек-то было много, да. То есть, как бы, он в свое время уже немало кого там победил, да, немало кого там не захватили, там у них были, было, видимо, был выбор. Но Чингисхан почему-то вдруг, да, взял его, отправил вместе с посольством хоринцев. Потому что часть племен, особенно вот лесных племен, они перешли на сторону Чингисхана без войны, да, добровольно. То есть хан разослал там послов, и они переговорили, сказали, да, хорошо, мы признаем хана, и мы пойдем под его руку. Вот. И такое же посольство он отправил хоринцам. Ну, хоринцы тоже сразу согласились, сказали, что нам делить нечего, да, пожалуйста, не вопрос. Хан так хан. До тех пор, пока не появился этот старик. Старик, исполняя волю хана, естественно, да, он вышел и начал выбирать себе самую красивую девушку.
А естественно, у этих девушек, они же не сами по себе. У них есть отцы, братья, там где-то женихи и так далее и тому подобное. Естественно, они возмутились. Кто такой? Пришел какой-то непонятно кто, глубокий старик, самых лучших, самую красивую девушку забирает, хочет на них жениться, да? А зачем ему старику 30 девушек? Естественно, они там слово за слово. А кончилось тем, что они этого старика и весь все это посольство убили. Ну, короче говоря, это была такая чистой воды подстава со стороны Чингисхана. Он этих хоринцев, ну, как говорят сейчас вот Он принято так и говорить, думал, что они сделают. да, он их просто подставил, он их просто развил, грубо говоря, да. Вот. Устроил такую провокацию. И хоринцы на эту провокацию поддались. Они убили вот этих послов. Естественно, в этой ситуации Чингисхан в своем праве, он отправил войско подавлять непокорных. А те умудрились это войско еще и разбить, там заманили их в засаду, перебили. Вот, ну, Чингисхан послал следующее войско, и ну, вот это следующее войско, как раз оно вот как бы успеха добилось, они обошли вот через Закаменск, через Закамну, через Тунку, через горы там, прошли по горным тропам, зашли хоринцам в тыл, вот, и взяли их тепленькими. Они там после какого-то там торжества пьяные лежали, они их всех повязали, грубо говоря. Вот. И Чингисхан что сделал? Он как бы проявил милость хоринцам. Он не стал их наказывать, вот там физически, да, уничтожать, убивать, так далее, так далее. Он просто весь этот народ целиком, да, сказал, что вы в моей воле, что хочу, то и делаю. И отправил он их, ну, по всей видимости, вот этот в иранский поход. Они в составе вот, монгольских войск ушли захватывать Иран, завоевывать Иран. Вот. И они... Где там этот брат всплывет, это тоже? Младший. Где младший брат всплывет в этой истории? Ну ладно, там дело не в этом, речь идет о самих хоринцах. Так вот, эти хоринцы, да, вот есть знаменитая вот эта песня, да, история вот эта про Наинова, да, которую вот у хоринцев поют, там это такая жалостливая песня, такая очень-очень такая печальная, вот, говорит, что вот были времена, вот, там вот где-то жили мы, там, туда-сюда, там как сыр в масле катались. Действительно, та вот территория, где вот это есть Наинова, это такое-то плато, достаточно высокогорная, ну, там степь, да, под плато, там трава, степь. И круглый год лето, фрукты, виноград там и прочие другие дела, да. Очень спокойная жизнь, там никто тебе ничего не угрожает, живи и радуйся. И вот хоринцы там прожили вот, где-то 150 лет. Так вот мне рассказывали эту историю, я передаю то, что мне... Хоринцы, в частности, эгинцы рассказывали про это дело. Вот. Вот они там прожили 150 лет. После этого начали, там тоже, видимо, власть монголов пошатнулась, и они двинулись в сторону Монголии. Вот. Но сейчас еще есть такая, не то чтобы версия, да, есть такое предположение, что ну, такие же географические названия нашли вот в Южном Китае. Вот. И говорят, что это был не Иран, а был Южный Китай. Ну, Ну, я, блин, больше допустим, лично... похоже на правду, наверное, Да, все но сильно я далеко. считаю, что, скорее всего, это была другая ситуация. Они, скорее всего, из Ирана отправились в Южный Китай, вот, их туда По перебросили. дороге. Да, и они, значит, там какое-то время жили достаточно долго, и вот эти все географические названия туда перенесли, а потом уже Сохранили. оттуда, с Южного Китая, они отправились дальше вот, в Монголию. Вот. Ну, во всяком случае, известно, что они в 1550, по-моему, году, да, они появились вот, во владениях Алтанхана. Вот. А почему это известно? Потому что Алтанхан как раз выдавал свою дочь, приемную дочь Баджинхатан, выдавал замуж. И он, хоринцев, вот они пришли, куда их девать? Их надо же куда-то селить, там все занято, все свободных мест нету в степи. Это так кажется, что там свободно, да? Вот. И он взял, недолго думая, отдал в приданное Баджинхатын, вот Инджибал, вот, по-корейски, по-монгольски называется Инджей, да, это приданное. Весь этот хоринский народ отдал ей.
И здесь тоже опять начинается разночтение. А в самой истории, которую рассказывают старики, вот мне рассказывали ее агинские, да, агинчане рассказывали, в оригинале говорится, что вот этот принц, за которого она замуж вышла, он был корейцем, салонгосом, народ салонгосы. А вот интересно, что вот в монгольском языке есть вот название корейцев как бы оригинальное, да, то есть оно никто салонгосами корейцев не называет, кроме монголов. Ну, видимо, кому-то из ученых показалось, что эта история слишком уж такая невероятная, да, слишком уж такая завиральная, будем так говорить, да. Они решили, ну, какой там Корей, какие там салонгосы? Скорее всего, это были не салонгосы, а салангуты, потому что было такое племя монгольское, вот это южные монголы, самые южные монголы там. Вот, это были салангуты. Скорее всего, она отправилась вот к салангутам. Но я лично считаю, что это все-таки были не салангуты, а салангосы, что они, вот корейцы, ушли в Корею. Я дальше потом расскажу, какие есть доказательства этому, Да, у нас ДНК очень сейчас, близко, чтобы не скорее всего. отвлекаться. Вот. А там, значит, у салангосов там получилась ситуация такая, что вот это она вышла замуж за старшего сына, местного хана, да, правителя. А тот, в свою очередь, женился на молодой, и та родила ему сына. Но, естественно, она хотела, чтобы наследником стал ее сын, а не старший. И она начала устроить там всякие козни вот против вот этого старшего сына. Естественно, это досталось им. Большим хатом, потому что она тоже могла там родить ребенка, сына, это же тоже наследника, и так далее, и тому подобное, да. И, соответственно, они подверглись там очень такому серьезному давлению с разных сторон. Вот. А, ну, как известно, большим хатом она же не была хоренькой, да. Хоринский народ ей подарили. Но она, когда, вот, видимо, послушала вот все истории, вот, связанные с хоринским народом, она очень сильно прониклась. И она захотела помочь своему народу. Она чувствовала ответственность за хоринцев. И она стала уговаривать мужа, давай, мол, мы отсюда бежим, да, вот поедем вместе с хоринцами, и там будем жить. Вот. Там хорошая земля, там туда-сюда, по легендам, да, все. И она, значит, это мужа своего уговорила. И они, значит, бросили все в бега. Ну вот. Но, естественно, вот этот правитель салонгосов, корейцев, он как бы возмутился, да, отправил погоню, они их вернули. Короче говоря, в общей сложности они убегали 3 раза. 3 раза убегали, и третий раз закончился печально. Они догнали хоринцев, там, я насколько помню, там они их окружили, поймали, где-то окружили и сказали, вот большим хатын выдать, если выдадите, значит, никто не пострадает, если нет, мы вас всех вырежем. И Большой Хатанг, так как она беспокоилась за Хориса, она сказала, все, никаких, за меня не надо биться, не надо мне, ну, не надо погибать, вот давайте я вот сама выйду, вот, и все, а вы оставайтесь живым, и я вас предоставляю ему свободу, отправляю на свободу, вот живите свободно и так далее. Вот. И она вышла, ее убили, там труп бросили вот это в озеро, сейчас которое называется Бользино, да, вот в Читинской области, ну, на Байкальском крае. Вот. И хоринцы, ну, предоставлены сами себе, они что делали? Они, естественно, вот начали вот в сторону своей прежней родины, да, там-то не так, они отправили разведку туда. И что же они увидели там? Вот приехала разведка, а оказывается, здесь ситуация изменилась. И здесь надо вернуться, опять же, к тому, что вот было вот во времена Чингисхана, да, вот к моменту, когда вот выселяли хоринцев, да, вот хоринцев выселили, место освободилось, и что сделал Чингисхан? Он вдруг неожиданно, как говорится, мобилизовал своего брата Бенгутея в армию, да? Назначил его военачальником. И по легенде там как говорят, что вот целых 3 дня там шло, значит, в государстве шел там праздник какой-то, в том числе соревнования, вот это Сорхарбан, видимо, да, собрали там, ну,
Как вот мне рассказывали, сказали, что 20 тысяч удальцов, но я, честно говоря, не верю в эту цифру. Я думаю, что 20 тысяч слишком много. Там, скорее всего, ну, 2 тысячи, может, было, да? В общем, отобрали 2 тысячи вот этих удальцов, дали им самых красивых девушек в жены. 30 не могли найти, тут, пожалуйста, 2 тысячи нашли спокойно, без разговоров. Вот. Отдали им нам, значит, в жены. И он, значит, с этим, возглавив этот отряд, он отправился в поход. Поход на запад. Но там надо сказать, что это же чистые войны, да, в 2000, да. А кроме них же там были, они же шли не просто так, да. Там шли обозы, шли там скот, крупный рогатый, мелкий рогатый, там бараны, там эти коровы и так далее, и тому подобное, да. То есть за этим, за всем надо было следить. Там, значит, там, кроме этих воинов, значит, шли там пастухи, какие-то слуги, ремесленники, там, вот те же стрелы, луки надо было делать, там, кузнецы и так далее, и так далее, и тому подобное. И вся эта, значит, грубо говоря, толпа разрасталась где-то там, ну, не знаю, там, может быть, еще вдвое, а может быть, даже больше. Вот считайте, вот самих воинов там 2000, жен их 2000, 4000, да, и там, значит, получается не меньше, а то и больше, еще и вот всяких слух и так далее, там где-то порядка 10 тысяч народу, вот они отправились в поход, вот куда-то там. Поход отправились и благополучно взяли, сбежали от хана. А, вот они скрылись как бы. Хан отправил погоню. Погоня через 3 дня вернулась. И сказала, извините, хан, мы их не догнали. Извини, получилось. Вот. А известно, что монголы, когда нужно было, они годами преследовали своих рабов. А тут 3 дня всего. Вот. И тем более, значит, если приказ не выполнялся хана, да, всем там сразу голову отрубали, тогда, а тут этим ничего не сделали. Ну ладно, не догнали, догнали там, бог с ним. А там, значит, представляешь себе, это 10 тысяч человек, у всех заводные лошади. Да? То есть не одна же лошадь была, там еще одна лошадь, на которой ехали, еще две, три, а то и четыре лошади запасных. Это получается, там одних лошадей было не менее там, 50 тысяч, да? Плюс там стада коров, стада баранов, они двигались по степи очень медленно. Там они такую тропу, дорогу выбивали, да, шириной несколько километров. Как вот можно потерять в степи такую толпу народа? Вот. Но тем не менее, вот считалось, что они сбежали. Вот, причем, значит, Белугете уже как бы под другим именем шел. Как бы известно, мы говорим, что с детства у него была кличка вот Буха, да, он стал называться Буханайоном. Но надо сказать, что вот имя Буха было у монголов очень распространенное, да, то есть там чуть ли не каждого второго звали Буха. Если он крепкий, если борец, то он Буха. Вот этих Буханайонов вот в источниках, в истории, там их немерено, да, там ни один и не два. И вот под этим именем он как бы скрылся, замаскировался, вот, потерялся. Говорю, нету его. А тот спокойненько ушел на освободившиеся Хоринские земли, там поселился. А, говоря, согласно легендам, прожил до глубокой старости, до 80 с лишним лет. Ну, в тех условиях, в то время 80 лет было очень почтенный возраст, да, там люди очень рано, очень мало жили, да, короткий срок, жизнь короткая была. В наше-то время 80 лет это почтенный возраст, да, а в те времена тем более. Ну, значит, куча детей было, куча внуков было и так далее. И вот эти вот воины-то, вот эта вся его группа, да, они стали костяком нового племени. Вот нового племени Булагатов. Я даже сейчас думаю, что вот название Булагатый прошло от имени его Булыгыте. Ну, как бы они созвучны, похожи. И вот он спокойно там жил. Но надо сказать, что а Чингисхан эту территорию сразу объявил заповедной, да, Ихкари. Сказал, что нельзя туда сходить, все, ну, запретная зона. Ну, тем самым он оградил брата своего. Вот. Но получилось так, что вот эта территория, она получила такой статус, как вот, ну, Запорожская сечь, да, сечь в свое время, да. То есть, как бы, ну, было же такое выражение, с Дона выдачи нету. То есть, если ты ушел на Дон, да, к казакам ушел, то никто тебя искать не будет. И то же самое вот получилось с этой территорией, вот от Баргужин-Тукума, что туда начали вот на протяжении вот долгого времени, на протяжении веков, сбегали всякие там народ, который был так или иначе как-то там, ну, властями там Диссиденты всякие. оказался, да, там, ну, да, всякие там
условно говоря, бандиты, там всякие разные, там, удальцы, там, девушку украли, там, еще Вольные, что-нибудь. да, Да, товарищи. вольные вот эти стрелки, там, люди длинной воли, да, грубо говоря. Вот они на протяжении долгого времени приходили, там, поселились. Вот поэтому у балагатов очень сложные, запутанные, вот родословные. Там непонятно там количество родов, там этих, там все так перемешано. Это, допустим, у хоринцев ясно, там 11 родов, у хеитов там 9 родов, допустим, и так далее. А у балагатов там такая мешанина, такая это там, в общем, непонятно. Вот. И вот спокойно он там прожил. Так вот, потом, значит, через некоторое время, ну, как не через некоторое время, где-то примерно за 100 лет до появления русских, туда пришли хириты. Эхириты – это племя, которое находилось в очень таких, не только родственных, да, но и таких более близких, таких дружественных отношениях с вот, семьей Чингисхана. Вот в сокровенном сказании написано, что вот этот князь эхиритский, да, он приходился Чингисхану зятем. То есть, по всей видимости, у Ицугей Богатура была сестра, которая была замужем за эхиритским князем. И, соответственно, как эхиритский князь приходился Чингисхану зятем. Так вот, вот он колодку-то снял и убежал, да, он же и другие родственники его не привечали, маленького Тумуджина, да? И он убежал к эхиритам. Он побежал к тетке, к родной тетке, ну, сестре своего отца. И те их приняли, эхириты приняли его, и он какое-то время жил с них. Среди них он, ну, вырос среди них. Вот. Потом, когда у него конфликт случился с Джамухой, да, Джамуха тоже там его по степи гонял. Чингисхан тоже, вот еще не будучи Чингисханом, он спрятался тоже у хиритов. И за что Джамуха вот искал, пытал там этих хиритов, вот он 70 юношей рода Шано, он сварил в котлах. Ну, тоже известная история, вот в сокровенном сказании об этом написано. Вот. Поэтому хириты были вот такие очень близкие к Чингисхану. И когда Чингисхан собирал войска, чтобы свою жену вызволить, да, вот эхириты первыми, одни из первых пришли. То есть они входили в состав его личного войска. Потому что там вот 20 тысяч было его войск, да, 20 тысяч Джамуху привел, и 20 тысяч привел Ван Хан. Вот они вот 60 тысяч собрали и пошли на меркитов. Так вот, эхириты были в таких вот близких отношениях. Ну, родственники и вдобавок это. Более того, по всей видимости, вот эти эхириты, они входили в состав того народа Биде, который в свое время вот Буртошана вывел из Иргенкун. Вот они были, ну, родственники еще в этом. То есть еще там, будучи в Иргенкун, они, вот такие хириты тоже там были. Так вот, когда вот в Анголе начался бардак, начались там междуусобные войны, там всякие разборки, того всего, и хириты взяли, плюнули на все. И пришли к булагатам. Булагатам пришли, сказали, ну давай мы будем вместе жить, то есть как бы это... Ахуду Балыик же, да, тот старший, младший брат, да, как бы будем вместе жить. Ну и булагаты сказали, ну ладно, живите. И отвели им территорию тут между своими землями, да, и Байкалом. То есть они живут вот восточнее Балагатов, вот как раз вот в этом промежутке между, ну, вот это современный, получается, часть Балагатского района, там кусочек маленький, Балнедаевский район и вот Ольхонский район, вот в основном там хириты. Ну и потом они через Байкал перешли, это Баргузин, Курумкан там и так далее. Вот. Это моя родня. Я имею в виду мои предки. Перед самым приходом русских вроде как бы пришли Сунгодары. Отгодеры пришли, но они пришли, по всей видимости, откуда-то со Средней Азии. Я вот, в данной ситуации это не важно. Вот, и они им вначале земли отвели в Тункинской долине, вот, но там они все не поместились и вот заселили современный Аларский, Нукуфский район. И вот, когда разведка хоринцев пришла туда посмотреть свои исконные родовые земли, то Антони Токтайхиден, да, оказалось, что там народу как сельди в банке, потому что там балагаты расплодились, и хириты расплодились, там у них вот там вот, палец некуда было просунуть.
Естественно, где там какие, когда там, где там хоринцы между ними селится. И представляете, вот чувство людей, да? Они 300, 100, 150 лет где-то на чужбине жили, потом 200 лет домой шли, приходят вот раз такое разочарование. Естественно, у них возникло чувство обиды. Для них вот это возвращение домой, это уже стало этой идеей фикс. Представляете, 200 лет шли домой. Это сколько поколений сменилось? Да? Где-то порядка 10 поколений. То есть люди, которые начали идти, они родились, состарились, умерли. Дети их родились, внуки родились, правнуки родились. И все, они шли домой, понимаете? У них вот эти легенды передавались из уст в уста, да? И это они уже, вот единственная цель была вернуться домой. А когда приходят, пришли, там нету ничего, там нету места. Представляете, вот разочарование людей. И, соответственно, на этом фоне у них обида возникла. Ну как так, блин? Ну, хан подставил, хан вот так вот взял вот так вот. И понятно, обиды людей. Это с одной стороны. С другой стороны, они когда пришли, они с чем столкнулись? Они увидели, ну вот, булгаты в то время жили, да? Вот по сравнению с хоринцами, это как, ну, совершенно как деревенский. Начиная с того, что у местных, у булгатов, вся одежда была, ну, кожаная, да? Ну, хоть и выделана, но кожаная. У хоринцев были шелка. То есть они же прошли через Китай, да? У них доступ был к шелкам. Посуда у этих была деревянная, у хоринцы ели пили с фарфора. Да? То есть они имели доступ к цивилизации. То же самое касается, вот, оружие у них было самое современное у хоринцев, а у булгатов было архаичное, еще времен Чингисхана. Потому что они пришли, там ни с кем не воевали, там нафиг новых вот оружий создавать. Ну, от старины с дедовским оружием ходили. Плюс ювелирные изделия были кустарного производства. У хоринцев ювелирные изделия было лучше китайские там или там иранские мастера делали. Да? Вот. И то есть куда они пошли, мы ну, деревни вот эти были богаты по сравнению с хоринцами. Да? Ну, хоринцы, они имели там латную конницу к тому времени, самые передовые методы войны, войны умели, да, доступ к ну, благам цивилизации. То есть они были более цивилизованные, намного цивилизованные. Естественно, на этом фоне родилось такое пренебрежение. Ну, блин, какие вы тут нахрен тут зачморенные какие тут, ничего. Но опять же, с другой стороны, хоринцы, они все эти 300 с лишним лет, они были в зависимом положении. Они были собственностью хана. Хан хоть что хотел, то и делал с ним. Да? Взял там, отправил туда, отправил сюда, взял, отправил там, даже вообще там в приданное, подарил, короче, целый народ. Кроме того, они несли всякие разные другие повинности. Да? Служили в армии, там, поставляли там, не знаю, там, шкуры, там, не знаю, там, шерсть там и так далее, там продукты питания и тому подобное. То есть они налоги платили и так далее. То есть они не были, вот, они не были рабами как таковыми, да, вот там колодку не носили и так далее. Но тем не менее они находились в зависимости, в собственности хана. И платили все налоги, все вот эти тяготы у них вот эти, все эти были. А булгаты, они были свободны. То есть над ними не было ни хана, ничего. Они никому ничего не платили, никаких податей не несли, никаких повинностей не несли. То есть, и на этом фоне, конечно, зависть возникла. Да? Ну как, блин, так? Мы такие крутые, да? Мы платим все, да, мы не свободны. А эти какие-то там деревенские. И вот эти три чувства. Обида, пренебрежение и зависть. Вот откуда все идет. А дальше оно из поколения в поколение передавалось отношение. И уже хоринцы уже забыли истоки, вот эта причина вот этого всего, да? А отношение осталось. То есть они передавалось это из поколения в поколение. И я когда это понял, да, у меня лично, да, вот все претензии к хоринцам снялись. Потому что я когда всю эту историю вспоминаю, да, это настолько такая, с одной стороны, трагическая, с другой такая драматическая история, да, что у меня иногда даже слезы на глазах наворачиваются у самого, да, потому что настолько вот тяжелый путь этот был, да, вот, и понятно, вот я говорю, и разочарование, и обида, и вот все эти чувства, все они понятны, да, и говорю, у меня вот все претензии снялись, да, я думаю, вот бездны, блин, хоринцы попали под молотки, ни за что,
Из-за того, что, блин, этот Дулыгытэ, брат Чингисхана, оказался там беспутный, да, целый народ столько тягот, столько лишений, да, получил, да, грубо говоря. Поэтому, естественно, я говорю, что вот у меня все претензии снились. И я считаю так, что если вот буряты вот широко об этой истории узнают, да, как это все дело было, я думаю, что проблемы снимутся, потому что вот эти, самое главное, эти корни найти, откуда что пошло. Понимаете как? И здесь я хотел бы все-таки ну, пару слов сказать вот в подтверждение того, что все-таки хоринцы были в Корее. Да? Были в Корее. Я в разное время, вот, как бы из разных источников, получал какие-то сведения, которые вот, ну, потом сложились там как бы в общую картину. Ну, начнем с того, что я еще вот, ну, в начале 90-х, в конце 80-х, в начале 90-х, когда общался с артистами, в частности, ансамбля «Байкал», вот они мне рассказали историю про вот этот инструмент. Я тогда же есть такая доска, вот, раскопка, да? Вот, они рассказали историю, что вот где-то вот, в 70-х, что ли, годах приехала делегация с Кореи. В то время у монголов не было этого инструмента. Вот. Монголы, эти корейцы приехали и рассказывали такую историю, что вот когда-то в давние времена вот одна принцесса монгольская вышла замуж вот за вот какого-то там вот корейского там то ли принца, то ли правителя, да, вот, и привезла с собой вот ансамбль гитаристок. Вот 200 девушек вот играли на этом инструменте. Вот. Хотя у корейцев там у них свои варианты были, вот это там же, ну, как бы инструмент-то сам по себе распространенный был, да, вот, свои варианты были, но вот этот монгольский вариант, да, вот он стал как бы таким ханским, да, правителем, наверное. Вот. И вот эти 200 девушек, они там вот жили, видимо, там передавали там это все по наследству. И вот, а в Монголии тому времени, да, вот это искусство игры на ютаге, вся ютага, она была забыта. То есть вот в этих всяких междоусобицах, прочих, ну, забыли это все дело. И вот корейцы привезли вот этот инструмент, научили монголов играть на нем, научили делать это, изготавливать этот инструмент. То есть как бы возродили, они сказали, вот мы возвращаем ваше национальное достояние. Интересно. А потом уже из Монголии, естественно, это попало в Бурятию. И вот и мне вот артисты рассказывают, вот такая вот у нас история, вот эта история Итаги. Да, Ну, я, очень честно говоря, интересно. не думаю, что там было слишком много вот, принцесс, которые выдавали там замуж в Корею, да? Это первый момент. Второй момент. Я вот как-то вот общался с одним нашим бурятским филологом, он сам хоринский. Вот он говорит, что в хоринском диалекте, в единственном из бурятских, всех бурятских диалектов, содержатся слова, которые обозначают морских моллюсков. Причем эти слова не заимствованные, да, у кого-то из каких-то языков, а свои собственные. То есть он говорит, что, ну, совершенно очевидно, что хоринцы какое-то время жили на берегу моря. А вот если посмотреть всю историю хоринцев, ну нету там других мест, где был. Вот тот же самый Иран, это от моря далеко, Южный Китай тоже там от моря далеко. Вот. Единственное место, где вот хоринцы могли познакомиться вот с морскими моллюсками, это вот как раз Корея, да? Корея, будем так говорить. Вот. А потом, значит, еще одно есть доказательство, тоже вот такое малоизвестное. Вот в 2016 году, ну, в 2016 году в Бурятию приезжали ученые из Кореи. Вот. Они изучали вот связи Кореи с Бурятией. Ну, здесь, наверное, надо немножко отвлечься в том плане, что у них, по всей видимости, так же, как и в Японии, существует государственная программа изучения происхождения собственного народа. В Японии существует программа изучения происхождения этих японцев. Вот. И они как бы озадачили всех своих ученых в любых областях, вот, не только историков, чтобы они методами своей науки искали подтверждение происхождения монголов. Там и физики, и химики, и генетики, там, не говоря уж там об историках, там этнографы и так далее, каждый в своей области ищет доказательства
от происхождения монголов. Ну, в частности, в 90-х, в начале 90-х годов очень популярная тема была это. Сейчас вот недавно вот, результаты опубликовали генетических исследований, тут небольшую там шумиху устроили, в частности, в интернете, да. Хотя все эти вещи давным-давно были известны. То есть в начале 90-х годов еще это было известно. Причем исследования были не только вот с нашей стороны, ну, с российской стороны, да, со стороны бурят, но и со стороны японцев. Японцы приезжали в Бурятию еще в советское время, брали генетический материал. То есть они специально вот, с разрешения государства вот специально брали сколько-то там какое-то количество этих генетического материала у населения, да, и проводили вот эти исследования. И подтвердили, что да, действительно, самые близкие вот к японцам это буряты. Не монголы в целом, а именно конкретно буряты. Почему я Вот. И слышала так. то же самое только про корейцев? Да, ну и про Что у корейцев нас, тоже. да, наиболее близкие Да, ДНК. то есть там японцы и корейцы, они очень близкие. Там, вот я помню, в начале 90-х годов приезжал один ученый, он этот филолог, да, он искал параллели между вот, эпосом ГСР и такими же легендами японскими. И там очень много соответствий нашел. Они буквально тексты чуть ли не совпадают. Ну, там, конечно, с национальными особенностями, да. И он четко доказал, что, да, вот существует связь между фольклором бурятским и фольклором японским, да. То же самое есть в области, допустим, там, и вот и орнамент изучали, там что-то керамику изучали, там еще что-то, много там доказательств. И я помню, что в начале 90-х годов была такая информация, что вот какие-то там телевизионщики японские, они провели такой опрос на улицах, да, экспресс-опрос. Как вы считаете, откуда произошли, ну, прародина монголов, это, японцев? И они 80% говорят, что да, прародина японцев это Байкал, то есть территория вокруг Байкала. То есть в общественном мнении Японии, да, это четко сидит, что да, вот мы оттуда, мы из Сибири. Вот, поэтому все вот эти вещи, что вот какая-то связь есть между японцами, допустим, или корейцами, и бурятами, да, то есть она как бы, ну, это факт научный, да, грубо говоря. Вот, и, видимо, у корейцев тоже существует такая программа, они изучают вот, происхождение корейцев. Вот, они приехали вот изучать этот вопрос, вот, и, ну, они там проехались по республике, вот. И они что сделали? Они нашли, ну, следов как таковых трудно найти, да, вот корейских. Они собирали топонимы, ну, географические названия. И они нашли более 200 корейских топонимов в Бурятии. То есть, причем самое интересное бывает так, что вот, ну, два, допустим, населенных пункта. Один называется вот по-бурятски, а рядом населенный пункт, перевод на корейский. То есть я хочу следующее сказать, что по всей видимости, когда вот Большин Хатан уходила, да, со своим мужем, они, видимо, уходили не чисто одни хоринцы. По всей видимости, вот с этим принцем ушло какое-то количество корейцев. То есть, ну, это может быть его там охрана, может, какие-то друзья, слуги, там еще кто-то, да. И после гибели Большин Хатын они просто, ну, не стали возвращаться в Корею, потому что их там бы тоже всех поубивали и так далее. И они остались среди бурят. Среди бурят, и потом со временем они просто обурятились, потеряли свой... Тем более, что корейский язык тоже входит вот, в число алтайских языков, да, группа алтайских языков. Языки похожие во многом, ну, если не брать чисто лексику, да, но и в лексике, наверное, какие-то параллели можно найти. Вот они вот, остались. Поэтому на самом деле, вот, как бы фактов, подтверждающих, что действительно это хоринцы были в Корее, ну, они есть. То есть, как бы отдельно сами по себе факты, они, может быть, и незначительны, но когда их собираешь вместе, да, уже как бы сомнения все пропадают. Так вот, я что хочу сказать? Что я хочу сказать, что когда мы вот эту историю, ну, по меньшей мере, эту часть, да, историю бурят, да, сделаем ее широко известной, да, включим ее в учебники, да, все будут знать, что вот откуда все росло, да, я думаю, что мы тем самым вот эти корни, вот этого трайбализма-то уничтожим.
Когда станет понятно, откуда вот это произошло, вот этот, эти непонятки, да. Потому что ведь хоринцы на самом деле, они достаточно долго как бы, ну, не считали себя бурятами, например, да. То есть еще у Доржибандзарова написано, что еще где-то там хоринцы стали называть себя бурятами к концу вот, 18-го, допустим, к середине 19 века даже. То есть они долгое время себя бурятами не называли. То есть хорицы сами по себе, да. То есть они не признавали вот, ну, как бы близкими родственниками, ну, единым народом вот, с хирритами, да, допустим, хирритами, булгарами, да. Вот. Это сейчас, вот после того, как 300 с лишним лет в составе Российской империи вместе жили, вот, сложился вот, бурятский народ вот, сейчас. Вот. Поэтому понятно, что мы и дальше будем вместе, да, и дальше понятно, что нам делить нечего. У нас сейчас история общая сейчас, да, и самое это главное, у нас будущее общее. Вот. И вот те истории, которые тянутся вот уже на протяжении там 300-400 лет, их, ну, нет смысла их дальше тянуть за собой. Да? То есть со времен Чингисхана 800 лет прошло, вот, а мы все как бы вот все эти старые обиды забыть не можем. Да? Вот о чем речь. Да, И, восстановим соответственно, историю, да, уничтожим этот автоматизм всех этих наших каких-то вот пережитков. есть. Вот, и, соответственно, иркутским бурятам, да, вот западным бурятам, тоже нечего там обижаться на вот, я представляю, вот мы же вначале говорили, да, разговоры, что да, вот там есть какая-то скрытность там у хоринцев, да, какая-то такое непонятно. Ну, 300 лет, когда находились под зависимостью хана, да, я понимаю, что тех людей, которые были открытые, да, которые все вот, в глаза все говорили, да, их сразу почикали. Поэтому вынуждены были хоринцы скрывать свои мысли, да, не высказывать их вслух, потому что это могло привести к тому, что их просто поубивали, грубо говоря. Ну, они вынуждены такой скрытный характер. Спасибо большое. Как вы умудрились такой огромный многовековой кусок истории поместить в один короткий рассказ? Это очень интересно и действительно заставляет задуматься, потому что лично я всегда с таким пренебрежением относилась к этому явлению. Ну, что-то такая бабушкинская тема, что-то там не любить восточных там или западных и так далее. Вот сейчас молодежь некоторые вообще не знают, к кому они относятся. Вот, но действительно, узнав-то, что действительно за этим стоит, понимаешь, что действительно это все переходит из поколения в поколение и автоматически передается, и просто так отмахнуться от этого невозможно. Действительно, в нашей истории есть так много всего непереработанного. Очень важно, чтобы она была написана, изложена, восстановлена. Может быть, какие-то легенды отделены от фактов. Это очень большая работа историков, ученых, которые в нашем независимом государстве будет проделана в будущем. Очень, несомненно, очень интересная работа. Вот. А мы пока действительно должны как-то относиться к этому явлению спокойно и нормально, потому что это у нас так называется трайбализм, да, почему-то. А на самом деле в других странах это просто региональность, да, это, как вы сказали, совершенно нормально, что сохранять свою локальность, да, знать, гордиться какими-то своими локальными обычаями и так далее. Это нормально. И сохранять вот эти вот связи какие-то между землячествами, это сохранять наше разнообразие, богатство нашего народа. Это все нужно сохранять и поощрять. А мы должны понимать, что это как бы никто в этом не виноват. Да? История так распорядилась. Вот. Поэтому здесь сейчас искать правых виноватых смысла никакого нет. Вот. Нам нужно просто это как бы переосмыслить, пережить этот факт истории, да? Вот. И дальше жить. Вот. Да, И абсолютно так. искать больше как бы точек соприкосновения, больше общего, чем искать какие-то различия. Вот я вот тоже, вот, если говорить об языке, вот, ну, буквально там одно предложение скажу, что почему-то все пытаются искать вот в диалектах различия. Вместо того, чтобы считать, искать общую основу. Вот у нас общая бурятская основа, она значительно больше, чем различия вот эти диалектные. Диалектные различия, они там занимают, там, ну, в лучшем случае, там, ну, 5, ну, от силы 10%. 90%
Это нас общебурятская основа. Я вот, у меня случай был, женщина одна агинская, она говорит, я, говорит, слушала радио, вот это бурят радио, Аларский день. Вот я думал, вообще ничего не пойму. А я, говорит, все поняла. Я говорю, ну, конечно, ты поймешь, что это они же там по-бурятски говорили, а не каком-то другом языке. Они говорят, я все поняла, они все так же, как мы говорят. А я-то думала, у них там вообще ничего не понятно. Вот кто-то вот специально культивирует это, что вот вы различные, пытаетесь как-то нас разделить, в том числе по диалектам, да, вместо того, чтобы подчеркивать общее, да, подчеркивает различие. Ну, зачем это надо делать? То же самое касательно вот между вот это то, что мы говорим о различии между западным и восточным бурятами. Сейчас генетика подтверждает, что особых разниц нету. Мы уже давным-давно уже настолько друг другу Конечно. как бы общие стали, да. А Да. я вот вспоминаю, я вот, ну, читал где-то в источниках, что вот раньше до революции считалось очень круто, если ты жену привез из Забайкала, да, под корень фактически. И вот зимой, когда вот лед на Байкале становился, молодые ребята собирались и ехали за женами. Вот. И меняли жен на муку. Вот. За мешок муки можно было себе жену там купить. Вот они брали вот эти сани, загружали там несколько мешков муки, там 5-6 человек собирались там, вот, и переходили Байкал, и обратно уже с женами возвращались. Ну, вот у меня вот Да. первая жена у меня Улучшать кровь агинская надо, была, вторая конечно, агинская. конечно. Вот. Поэтому, Профилактика генетических заболеваний, да, ну не только, это да. же как бы вот почему-то вот, ну, принято считать, что вот, допустим, у восточных, что вот жена западная, она лучше, да, ну, не знаю, там какие-то там есть, может, какие-то предпочтения, трудно сказать. Ну, я доволен, например, да, что у меня жена агинская, я очень люблю свою супругу. Вот. Поэтому на самом деле мы настолько уже общие стали, да, что у нас как бы сейчас делить-то. Но я понимаю, что это возникает из обычных человеческих слабостей, да, там где-то зависть, где-то там, где-то чего-то, кто-то вот. Вот. И надо от таких мелочей, конечно, избавляться. Но самое главное, я говорю, вот это вот хорошо надо знать историю, да. Вот я еще раз говорю, вот, я уверен, да, если кто-то из историков наших, там, особенно там форинских, да, услышит это вот, в моем изложении, да, они там будут возмущаться, там, критиковать и так далее, и так далее. Вот. Но я считаю, что вот именно в этом изложении история бурят, да, она, во-первых, очень такая красивая, драматичная, такая героическая в какой-то смысле, да, потому что, ну, вот история, допустим, балагатов, она достаточно скучная, ну, так, ну, если не взять, а вот этот период, который вот прошел с приходом русских, да, там, конечно, героическая история, защищались, погибали и так далее, да, а если взять историю до прихода русских, она такая, ну, нет, а у хоринтов наоборот, вот история Да, более очень древняя, она интересно. более такая живая, такая очень интересная, да, там можно других, там массу других каких-то фактов привести, да, наверное, вот, я вот ссылался так вот несколько раз, вот, сокровенное сказание монголов, да, вот, но в этом сокровенном сказании там события-то все вот об этнической Бурятии. Это начиная там Тункинская долина, Иркутская область, Байкал, Анон, Керулен, это все это эти бурятские территории. Потом даже когда с меркитами бился, они бились на Селенге, там Хилок переправились, да, здесь, поэтому история это не тайная история монголов, да, а тайная история бурят-монголов получается. Бурята. А Махамского да вообще даже слова нету, да. Это все о нас, о хоринцах, о эфиритах, там, о балагатах, вот. Поэтому на самом деле, если еще раз говорю, так вот внимательно все посмотреть, все так построить, очень интересная у нас история. А ее надо хорошо знать. Я вот еще раз говорю, если там добавить эту историю, то, что там, допустим, Владимир Андреевич писал вот историю появления русских, да, вот это героическое, да, то уже фактически все, вот вся наша история. Причем это где-то идет, получается, история нашего 2000 лет, да, спокойно. А там уже получается время, вот то же самое, вот Гунское городище, его как раз вот, ну, 2000 лет им примерно, как раз вот на рубеже веков оно состоялось. А где-то там вот конец той эры, начало нашей эры. Поэтому наши непосредственные предки, это вот умные, да,
будем так говорить, мунская традиция. Вот. Наши непосредственные предки, вот это, и кидане, и там еще там куча народов, которые была, вот, они все наши предки, все они говорили на монгольском языке, вот, на различных диалектах монгольского языка. Поэтому для нас, допустим, история связана с Чингисханом. Кто-то говорит, а вот Чингисхан это не наш, не бурятский. А мы буряты к Чингисхану никакого отношения не имеем. Извините меня, Глубоко имеем и ошибаются, да. непосредственные. Вот, допустим, хоринцы, да, вот сейчас вот же говорят, что когда вот в Монголии проходят торжества, связанные вот с памятью Чингисхана, да, первыми выходят хоринцы, как анахса, да, вот, родственники по материнской линии, потому что у них там, по меньшей мере, Алангуа и Гуамарал, это обе хоринские были. Там еще хоринцев, видимо, много было. Поэтому история монголов, она тесно связана с историей хоринцев. Вот. Те же самые хириты, я же говорю, они воевали плечом к плечу вместе с Чингисханом. Да? Вот. И это доказано уже, тут доказывать ничего не надо. Вот возьми да прочитай, вот все написано там с украинным сказанием, там, в других источниках. Мы в дальнейшем, наверное, можем коснуться там других тем. Я бы, например, очень хотел бы поговорить, наверное, может быть, немножко хотя бы начала поговорить об экономике Очень, да, Бурятии. давно пора. Почему? Потому что у нас вот есть такая вот фишка, отговорка, как мы будем жить без Москвы, Да. без денег, как мы будем зарабатывать, за счет чего бюджет формировать, да? Вот я бы хотел бы такую вступительную, как бы, часть на эту тему переговорить об энергетике, потому что вот основа любой экономики это энергетика, да? То есть мы знаем, что у нас электроэнергия в Бурятии дорогая, там по сравнению с Иркутской областью, значит, как мы будем без этого жить, туда-сюда. Есть там проекты, есть альтернативы, есть какое-то видение о том, как должно быть все это дело идти, да, вот, какие там перспективы и так далее. То есть хотя бы вот этого для начала коснуться. Ладненько тогда. В общем, Это, ладно, хорошо, спасибо большое спасибо за большое, Игорь. сообщение. Дахим с утра, Вот, БРТ. да. БРТ, 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 БРТ.